Мы приехали на каньон. Он минуток в 40 находится. Е на машине. Никого нет. Ни человека. Все кафешки, как всегда, закрыты. Но в этом и свои плюсы. Надеюсь, сейчас мы поснимаем. Погода классная, 20 градусов. Но здесь все равно горы. И немножко прохладно. Но солнечно. Сейчас покажем всю эту красоту. Блогер вот шляпные. Никого нет, почти. Но зато можно хорошенечко все поснимать. Да. Можешь на Инстаграм поснимать? Могу. А зачем? А для Инстаграма. День рождения. Здравствуйте. Чего такой красивый дом? Здравствуйте. Там денег просит. Так, стоимость прохода для взрослых 9 лир, для детей 4,50. Мишка пищит что-то. Сколько тебе лет, покажи еще раз. 35, yeah. It's pay card, okay? No, no, only cash. Only cash? Ага. Ну все, мы прошли и пошли смотреть. Ну что, мы добрались до каньона. Ой. Главное не упасть. Здесь прохладно, но мы пытаемся сейчас поснимать на дрон. А так как вокруг горы, дрон не видит сигнал и не поднимается высоко. Вот. Надеюсь, что через микрофон слышно. Потому что здесь мы в ущелье, кругом вода, скалы. В общем, это еще одна локация, которую обязательно надо посетить и сделать тут отличные фотографии, если вы находитесь в Фиркие. Сейчас попробую
поснимать вам поближе. В отсутствии людей есть свои плюсы, можно спокойно ходить, фотографировать, снимать. В общем, природа в Турции невероятно разная. Огромное количество локаций, от каньонов там, до скал, до снежных вершин, белые пески, как на Мальдивах. Какие-то поля лавандовые, которые мы еще не посещали. Здесь есть своя Венеция, рядом с Фатье. Очень похож город, стоит тоже на воде, с красивыми домами. И еще бесчисленное множество всяких вершин, где открываются потрясающие виды. В общем, Турция – наша любовь, и мы не просто так рассматриваем ее к переезду. У нас улетел дрон, он потерял связь. Сейчас бежим в его сторону, чтобы успеть, пока он не улетел. Вот такие вот будни блогера. Никогда не знаешь, что прилетит. В общем, ходим, ищем дрон. Мы уже почти смирились, потому что миллион вариантов, куда он мог упасть и всплыть или не всплыть. Так что такие реалии тоже бывают. Здесь очень красиво, но печально. Ассоциация будет смешанной. Тебе все еще нравится?
Здравствуйте. Проходите, пожалуйста. Ну что, добро пожаловать в наш гигантский номер в Фитхие. Добро пожаловать в нашу гостиную. Тут у нас зона кухни. Ну так, условно, тут, простите, мусор еще со вчерашнего вечера не убрали. Вот здесь у нас телевизор. Вообще площадь, конечно, просто гигантская тут. Дальше место, где мы вчера веселились и справляли мой день рождения. Это ванная гигантская с видом на яхты. Но вообще здесь круто днем мыться, да? Да. А чем мы не набрали ее с утра? Я бы вам ответил. Она набирается часа три примерно. И наше самое любимое место в номере – это вот такой балкон. Смотрите, какой шикарный вид. Мы тут с утра завтракали и вечером сидели, курили кальянчик. Красота! За мной, собачка. Так, здесь у нас туалет с ванной. Ой, проходите один, чтобы у меня... Да, туалеточку надо, конечно же, снять поближе, Любюшка. Очень крутой душ. Надо сделать такой дома, да? Да, можно. Он прямо кайф. Но и это еще не вся комната. У нас еще есть. Пойдемте посмотрим. Целая спальня. Тоже комната огромная. Не знаю, 30 метров, наверное, да, она? Нет, поменьше. Такая огромнейшая кровать, просто супер удобная. И еще здесь два балкона. Правда, они очень маленькие и выходят практически на дорогу. Ой. Так, оп, осторожно, тут видишь ступенька. Такой английский дворик, как будто тут итальянский, наверное, больше. Так. Ну что, все? Да. Весь номер показали. Мы выжили после вчерашнего моего дня рождения, и сегодня мы отвозим ребят в аэропорт. Они летят в Каппадокию, а мы остаемся здесь еще на 3 дня. Встречаемся снова с Ахметом. Блин, тут, наверное, шумно. Посмотрим ликийские гробницы и еще то, что не успели посмотреть. Здесь есть турецкая Венеция. Это ЖК. Он находится в этом Горем, или как это называется? Гёчек он называется. Визуально там закрытая территория, и можно купить себе здесь домик и жить вот так вот, как будто в Венеции, но в Турции. Так очень красивый свет. Потрясающе. Ну что, мы приехали провожать ребят. Они полетели в Каппадокию, а мы остаемся с мужем дома в Фитхие. Чистить печень. Да.
Все, давайте. Спасибо вам. Очень рады были с вами. Да, супер. Прилично, все спокойно. Вечером классно почитали книжки. Да. Поразгадывали сканворды. Сканворды поразгадывали, хорошо. Пока! Пока! И там будет музыка грустная. Там та 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 там та 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 там та там та там. Не очень получилось грустная. Все.